ехали, машина была целая. Посмотрите, что сейчас с ней. Сейчас 18:54, и мост взорвали. Звановской. Сейчас глянем. Мосты прям усердно лупят. Молчат, никто ничего не говорит. А 5 машин тоже сгорели. Утром видели, если что-то осталось. Сейчас буду ехать, сниму. Посмотрите. Смотрите, утром была переправа. Все, сложил подтон. Машина сегодня ночью, по-моему, расстреляны. Хотя в любом случае жертвы есть, но молчат. У нас все под контролем, говорят так. Это Званная. Лужковский район. Голос уже.